А ты купил себе квартиру в Испании? Поторопись, цены уже не падают. Всем привет, дорогие друзья. С вами Сергей Язовский из Аликанте. Люди на мой репортаж о том, сколько стоит хамон в Испании, я видел отзывы, не верят. Я в шоке. Для того, чтобы вам еще раз показать и доказать, я показываю вам цены в Меркадоне. Посмотрите. Ну как вы такие неверующие-то? Быстрее снимаю, потому что пока нет сотрудника. Не хочется нарушать все-таки жестко закон. Видите, нет цены. Ну как можно не верить тому, что на видео снято? Посмотрите, мяско, колбаски. Все, заканчиваю репортаж. Давайте, пока всем.